modern style clog. Or if you get to the point where, kind of where I'm at with these shoes, where you got a lot of dirt and a lot of buildup and some patina developing, if you want it to look like a brand new pair of clogs, just take some sandpaper, sand off that top layer of dirt and grime, and you've got a brand new looking pair of shoes. So now that we've got that all covered, the next thing to do is cut these in half after we talk about our sponsor, Klomps. This video is brought to you by Klomps. Klomps are the sandals that are made from sustainably sourced reclaimed lumber, naturally tanned vegetable tan leather, and repurposed fasteners. They have all the benefits of regular sandals with the added protection and durability of clogs. And we use them in the shop almost every single day. Everyone in the shop loves them because they balance that comfort, durability, and they look better than almost any other sandal out there. And you can save 20% off your first order of Klomps by using the code ROSEANVIL at checkout. I'll put a link to their site in the description. Thanks again to Klomps for sponsoring this video. Where would you wear your wood? Ну это он имеет в виду. Понимаешь, какая ситуация? Я вот тебе так скажу, ты только не обижайся, ладно? Да, то есть надо заниматься делами, понимаешь? А политика это не дело вообще. Просто вообще полностью. Все и точка. Организовывать людей, ты иди тогда в бизнес. Устраивайся на предприятие куда-нибудь, ну если ты такой, например. Ну я к примеру говорю. То есть как бы, да, да, то есть. Ну вот я тебе говорю. Да, а там ты будешь никто, как понимаешь, там тебя уволить могут, конкурентов будет много, да, много знать, расти, и ты там очень, да, понимаешь, не, да. Долгий разговор, короче, поймешь. Но так ты зато будешь мужиком, ты себя не потеряешь. Ты будешь, да, понимаешь, да. И реализуешься, и будет тебе, понимают. И проживешь свою жизнь очень не зря для рода человеческого. Для популяции, если угодно. Как мужчина, да, ну, да, поймешь меня потом. Да. Ну, честно, ну скажи, я не прав. У тебя, если будет время погордиться собой, будет. Но самое главное, что тебе будет пространство меньше жать, меньше мешать жить. Меньше погано тебя будет дать, понимаю. Так что гордиться собой, не гордиться. Фиг его знает. Если политикам вот можно сесть и гордиться. Там, типа того. Ну вот да, да, понимаешь, это все. Да. Она же все временная. Ты так не думаешь? Ну ладно, я, кстати. Да я просто так уже. Да нету там никакого бога, понимаешь? Если ты такой, власть бога. Там какой-нибудь чувак на флейте, если кто-то есть, то он вообще покер на всех. Ну да. Кому не похер, так это если вот это бог есть, значит там, ну типа того. Вот ему уж точно не похер, понимаешь, да. Это так, я просто. Ну это продолжая вашу историю, просто я вообще в целом. Я тебе говорю, да, то есть я не смотрю на эту ситуацию как, да, то есть я не смотрю на то, как, ну нельзя этим жить, понимаешь? То есть, если тебя предыдущих веков истории не научило, то есть, это просто верование, их не существует на самом деле, понимаешь? Если бы они существовали, все бы, да, понимают, да. Да может, в этом же веровании, в этих же всех верованиях сказано, если тебе надо будет, то есть, если бы Бог хотел, он бы знал, что все, да, ты бы просто, вот он, Бог, и все, вот он тобой висит, и ты ходишь и живешь. То есть, как будто она понимает. Типа того. То есть, в этих же, ну, то есть, поймешь, короче. Презумпция невиновная, да, понимает. Ну, наоборот, да, да, да. То есть я тебе говорю, если ты... Но они слабаки, они для слабых людей просто, да. То есть это просто специальное вранье, в которое удобно верить, если так угодно, да. Да, да, да. Чтобы свою жизнь прожить, не совершая ничего настоящего, как бы, да. По-новразному, против... Ну, по сути, как бы на нейтралочке, как бы. Ну, да, возможно, да. Как бы, да. Просто ее прожить, как животное, короче, да. Ну впустую, не страдай зато, да. Да. Ну или страдай, мужчина будет как женщина страдать, а женщина будет как мужчина воевать. Вот делать она будет. Женщина будет действенная, а мужчина, ну не воевать уж, наверное. Да. Меня это не касается. Меня это не, да. Любви, вот любовь, размножение. Романтизм, а потом чпонь.
Ну, он понял там. Ну, вот то же самое, да, нет. Потом дети у кого-то завелись. Кому-то надо показывать им пример, так сказать. И в чем-то доме они живут и расползаются. Да, за чей-то счет, так скажем. Да. Это проклятие, да. Про это ты в Big Life не увидишь, ничего, да. То есть, ну, поймешь, пусть, да. Да. Ну, наверное, да. Это не та любовь, она от нее ничего не осталось. Они, ну, психбольные, психбольной человек что-нибудь видел, как в стенку. Ромео и Джульетту увидела. То есть это как бы не сначала. Ну то есть как бы, ну так, чуть-чуть. За своих отработали. Да. Вот что ты хотел сказать, да. Ну вот объединяешься, да. Нет, это что такое, да, да. Ну да. То есть жить намного проще. А то тебе, ну да, то есть политики как бы. Там нет никаких дел. Там делать ничего не надо. Да, не да. Ну, на себе так говорит, да. Ну, все, ну и чё, и? Ну, да. Так они то же самое говорят, да. Поняла тебя просто. Ну, тьма, забвение, плохая, ну, то есть, репутация, короче, просто. Популяции ты как бы, ну, сегодня на руках носят, а завтра даже никто не придет. То есть, как бы, ну, хрен с тобой, что там придет просто. То есть, ну, ты не нужен популяции, в общем, да. Или ты там, не, ну, как бы, сеешь зло, то есть, как бы, после какой-то фильтрации, все, что ты там оставил, оно просто ее не оставить, потому что это все за смерть. Все это, ну как бы, да, то, что ты сделал, оно просто либо понарошку, либо все убийственно просто. Да. То есть не за жизнь. Ну да, понимаю. Понимаю, да. Да, поймешь. Да. Наверное. Сложно сделать. Примера мало. Да. Ну, типа, да. Ну, по себе, да. Работать надо, то есть, ну, вот ничего даже, если ты политик, военный и религия все вместе одновременно. Бывает такое, что еще. Да. Ну, ладно, у меня за это. Да? Ну, чего уж смог, ну, постепенно. Ну, показатель здесь деньги. От кого? Да, да, то есть, ну, она просягивает, да, то есть. То есть популяция тебя кормит, одевает, все тебе дает, то есть и, ну, в форме денег, например. Ну, я уже все грубо говорю, нехорошо. Но тем не менее, да, то есть откуда у тебя идет заработок? Ты получаешь от людей деньги или получаешь через посредников, Ширли Мырли, через там, да, Тимофути Корея, да. Нет, от людей очень просто. Ты им что-то делаешь, они покупают, у тебя есть деньги. Появился конкурент, они покупают у него. У тебя денег нету. Все очень просто. Например, да. Такого не будет никогда. У государственных. Да, вот чем больше политики, эти вот трех штук. Да. Да, 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 да. Ну, ну, там как бы, либо через каких-то там. Ну, это не важно. А, то есть наоборот, то есть будет это все, да.
Ну, не знаю. Ну, да. Я, меня это не касается. А ты кто такой? Просто, да, я понимаю, что делать. Надо себя выращивать, это самое государство, ну не государственное, а общественное должно быть, понимаешь? Да, то есть, да, понимаю. То есть, когда политика не нужна будет, а люди будут сами распоряжаться, куда будут идти их налоги, так сказать. Да. Ну и вообще общественными. Ну да, да, да. Но здесь все равно будет определенный авторитет, я думаю, да, да. То есть как бы все через, ну, меня не касается. Через деловые круги общения, да. Ну, наверное. Не знаю, капитал, не капитал, но те, кто, да. Может, так, кстати, интересно. Нет, да к тебе самому насрать на общество, понимаешь? Это все как бы оно ни о чем, понимаешь? То есть все вообще понятно, что. Да, 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 да. Да. Ты свою ответственность это брать не будешь, потому что в сотом поколении такое, да, и так далее. И как бы. И тут ничего не сделать, и делать ничего не надо. Понимаешь? То есть, да, да, да. Примеры будут люди, которые делами занимаются. Не те, которые как бы поставлены как военные начальники, военные какие-то там, да, полицаи. А те, кто что-то строит, что-то делает. Понимаешь? Да, да. Ну и наиболее, кто организует, ну, наиболее успешные, наверное, да. Мне вообще на вас похер, я вообще, знаешь, да, просто, ну вот так, да. То есть это то, что люди ленятся. А нормальный мужик — это бизнесмен. Сегодня это называется бизнесмейкер, понимаешь? Да, то есть, да, то есть вот и эти люди, они не берут на себя ответственность за это, понимаешь? Поэтому они, да, понимают, да. Я тебе говорю, тут как бы не будем сейчас это говорить, просто политики ее быть вообще не должно, просто вообще. То есть там делать нечего. И вот в этих трех вещах, это как, ну, как бы, не лакмус, я хер тебе, это просто как бы ориентир. Может, я ошибаюсь, конечно, там смотри сам, как бы, да. Да, 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 вот он, да. И это, но эта примесь, она будет везде, во всем обществе. То есть не бывает так, что, да, ты понимаешь, да, да. То есть как бы, даже если ты самый такой бизнесовский бизнес, он не будет никак, то есть как бы, то есть там все равно будет политика, так или иначе. Ты будешь считаться с интересами государства, людей, налогоплательщиков, тебе будут что-нибудь навязывать, какие-нибудь счета, еще что-нибудь, да. То есть, да, да, понимаешь, да. То есть, ну да, ну наверное, да. Ну понимаешь, короче, да. Ну, будешь сам, значит, за тех людей, которых ты понимаешь, работу, сам, да, как-то. Декреты им оплачивать. Или с мужчинами, или с женщинами работать начинать, да. Делать по существу вопросы там, какие-то вещи, да, понимаешь. А им такие, не надо никому ничего оплачивать, просто мужики это работают. Ладно, мне не касается. Долгий, да, поймешь, что. Ну это что за дела такие? Вот смотри, что за дело? Убивать людей, расчленять себе подобных. Как это более качественно, массово делать и тренировать людей, чтобы они были настолько больные, чтобы они даже это там. Как бы, тебе сказать, чтобы в сознание даже не приходили в окопах там или где-то, да. Чтобы хорошими были солдатами, воинами, уничтожителями, расчленителями там, например. Что за дело такое, как думаешь? Да. Без разбора, естественно, и ничего не знает меня. Ну, не писать. Да. Но это долгий разговор, короче, да, да, понимаешь. Гиперспециалист, как бы супер, ну поймешь, да, но он про себя так говорил, да. Ну, да. Ну, верно. Ну, да, то есть, как бы, ты, ну, да, ну, ничего не поможет. Ну, да, страшное дело, да. Вот они спрашивают потом, вот эти дурацкие вопросы, о чем, да, да, то есть, они все врут, оказывается, все, понимаешь, да? Да. Да, он тебя постапонил уже, да. То есть, как бы, жить не жить, вот потом ты такой, да, 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 понимаешь. Да, ой, не надо, вот этого все не надо. Да, понимаешь. То есть, можно жить, я тебе точно говорю, ну, знаешь, да. Да, то есть, да.
Стараться только по делу. То есть просто, да, не мириться со страхом, так скажем, да. Ну, смотрите, надо, да. С незнанием, точнее, да, получается. С неумением, да. Ну, короче, хорошо, жизнь очень хорошая, на самом деле, да. Можно рад... То есть, как бы она, наверное, такая есть, да. Да, понимаю, да. Душа поёт, да. Или что там, или дух, или что, да. Наверное. Наверное, есть вот как вот, как такая, то, что эти знания, они как бы чуть-чуть, ну, как бы рассыпаны так. Типа Юнга там, да, бла-бла-бла. Не будем, короче, я просто имею в виду, что, в принципе, если тебе, то есть, надо просто работать. Если тебе надо там, бла-бла, но это ничего не надо, просто я тебе к чему говорю, ну да, да. С какой целью, для чего? Просто так, ничего, да, понял. Я имею в виду, что везде можно делать дела, вообще. Надо, да. Нету ни одной, да, даже, да-да-да, ну поймешь, да. Ну да, да, понял, он тебя просто уже, да. Организация, да. Ну мне не кстати, да ладно. Это долгий разговор. То есть на самом деле нужны вот гении предприниматели, да, которые будут заниматься, ну, типа. Ну, нет, не то, что они. Okay, в том-то и штука, что никому они не нужны. Просто в любом. Да, то есть во всех делах нужен толк какой-то, типа того. Это долгий разговор. То есть, да, да, да. Да. Ну вот он и говорил, да. То есть, надо делом просто своим жить, понимаешь? Потому что это одно и то же. Жить и делать для мужчины — это одно и то же. Да, ну, ну так уж, ну и что ты будешь делать, за чей счет ты будешь просто так жить? Не получится, да, понимает, да, понимает, да. А, долгий разговор. Для женщины это нормально, потому что, да, это меня не касается, я просто, ну, да, потому что это весело и интересно, и трудно, и нужно тебе самому. А, не нужно, а тебе не нужно. И то есть, и ничего тебе там, да, понимаю. Ну ладно, это долгая тема. Все равно, если ты мужик, для тебя что-то есть доблесть, святость какая-то там, чего, что-то для тебя вот круто вообще. Что-то для тебя вот, да, вот. Поэтому вот любой, по любой, короче, параметр. Но меня не касается даже. Я просто не, да, понимаю, долгий разговор. И вот ты это и придашь. То есть ты придешь, да, то, что для тебя. Типа такое супер там взял и предал и все. Ну да. Ну предашь как бы не в том смысле, что. То есть это, ну понимаешь. То есть сегодня предал, завтра это самое. А ты всю жизнь будешь просто сидеть и ничего не делать. Ну реализовывайся. Не делать это бла-бла-бла. Hard to get through. I couldn't even get through the upper of my knife. Even the bandsaw struggled a little bit. That's why it's so smoky in here. But let's see what's inside. Пассивно, жить пассивно. Раздвоено чуть-чуть. Воссоединиться, пытаюсь воссоединиться. So I'm actually really surprised at what's inside of here. I did not expect to see this much wood on the inside, and I thought for sure that maybe there'd be a steel sheet in here to kind of support. Я не думал, что это как бы, понимаешь, это как бы понятно, что, ну, наверное, да. Я имею в виду, что это не тема для, так скажем, ну, не религия, как говорится, и это самое, да. Ну, так понял, это не тема для темы, да, понимаю. Ну, да, да. Ну просто это просто моя такая шутка, потому что там по любым параметрам получается, что как бы